1 июня в Центре социальной реабилитации несовершеннолетних «Росинка» начало работу отделение для особенных ребятишек. Подробности у Ларисы Паниной. Светлана Матвеева вместе с двумя дочками быстро шагает по тенистой аллее Центра социальной реабилитации несовершеннолетних. Директор центра Елена Демченко добродушно встречает первых посетителей. С начала лета здесь начало работу отделение для детей с ограниченными возможностями. Это одно из 10 отделений, которые по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева в 2016 году откроются в Подмосковье. И хоть церемония официального открытия намечена на 28 сентября, самые востребованные для такой категории ребятишек специалисты – учитель-логопед, педагог-психолог, учитель-дефектолог, музыкальный руководитель, инструктор по труду, воспитатель – уже приступили к работе. Сегодня в социальной службе официально зарегистрированы 84 ребенка, которые нуждаются в помощи центра, в реабилитации. До сих пор дети из Лобни могли получать эту помощь в реабилитационном центре в Долгопрудном или ездить в Москву. С появлением отделения перед семьями с такими особенными детками открываются новые возможности, а главное, исчезла транспортная проблема. Программа реабилитации рассчитана на период от 3 до 6 месяцев. Отделение пока готово принять 10 человек. Мы одновременно в группе будут находиться не более 5 человек. Группа будет кратковременного пребывания, не более 3 часов. За это время с детьми позанимается воспитатель, логопед, индивидуальный психолог и групповые занятия музыкальные. Так как отделение работает с 10 до 17, то родители сами могут выбрать, какое время более удобно для занятий – с утра или с 2 часов до вечера. Пока в штате отделения 3 педагога, но со временем увеличится не только количество специалистов. Будет сделан ремонт, в том числе спортивного зала, и дооборудована комната релаксации. И мы предполагаем, что нам сделают хороший ремонт, и мы задействуем свой спортивный зал, где будут уроки физкультуры проходить. Вот, зал у нас большой, 26 метров. Вот, ну и комнату релаксации. Мы надеемся, что нам еще ее дооборудуют. Новое реабилитационное оборудование, тактильные дорожки, тактильные доски, что вот тоже для этих детей, потому что у этих детей все вот через ощущения, они познают мир. Да. Предполагается также сделать отдельный вход в отделение, обустроив его пандусом для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Пришедшие в первый день познакомиться с центром и его педагогами ребята постепенно освоились с обстановкой и включились в процесс занятий. Чем младше ребенок, тем легче вот это сделать, ввести его, так скажем, в общество, да, и провести вот эту коррекцию. Она легче проводится, потому что ребенок, он изначально открыт, и у ребенка есть такая особенность, он хочет, он стремится ко всему новому. А когда он взрослеет, уже все, вот этот этап теряется, и там уже сложнее. Любая мамочка, если видит, да, какое-то, если это небольшое отклонение, да, стоит обратить внимание, показать специалисту, проконсультироваться. А если мамочка видит, что идет какое-то нарушение, то просто бегом к специалистам. Естественно, для обращения в центр нужны медицинские показания. Я считаю, что должна быть вот обязательное взаимодействие специалистов. Нужно показать и там, и там. Вот. Медицина свое делает, социальная реабилитация делает свое. И потом в комплексе это дает результат. Первое впечатление о знакомстве с отделением и его специалистами у мамочек, пришедших вместе со своими ребятишками, осталось хорошим. Освоился, да, нравится. Хорошо, замечательно. Занимаюсь специалисты. Девочкам понравилось, да. Чтобы заниматься в отделении, необходимо обратиться в Управление социальной защиты населения, где будет составлена индивидуальная программа, а в центре вы подпишете договор. Все эти услуги бесплатные. И если родители заинтересованы в развитии и коррекции поведения своего малыша, то добро пожаловать. Двери центра открыты. Лариса Панина, Алексей Бойко, Михаил Жуков, телекомпания «Лобня».